Смартфоны Xiaomi получат MIUI 9 уже на следующей неделе. В прошлом месяце Xiaomi анонсировала бета-тестирование новой MIUI 9, на которое записалось более 1 000 000 желающих протестировать новую оболочку. Благодаря коллективным усилиям компания исправила крупные ошибки и недоработки в системе. Теперь прошивка готова к первому публичному релизу, и производитель назвал два смартфона, которые обновятся первыми. Это Xiaomi Mi 6 и Redmi Note 4X. Вместе с этим компания раскрыла и дату выхода MIUI 9. Xiaomi начнет рассылку MIUI 9 уже 11 августа, то есть уже как бы начали. 2 недели спустя, 25 августа, новую версию получат еще 12 смартфонов: Mi Mix, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi Max, Mi Max 2, Mi 4S, Mi 4C и Redmi 4X. Третья волна обновлений запланирована на сентябрь и включает Redmi 2A и Redmi 1 и Redmi 1S. Отметим, что речь идет о китайской региональной прошивке, а международная версия дебютирует позднее. В MIUI 9 разработчики добавили режим многооконности и оптимизировали систему. Теперь MIUI лидирует по времени запуска многих приложений.